У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники собираются идти за Вацкому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать после 15-го. И что с ними будет? Да ничего не будет. Если вся пехота так, то, мне кажется, тут забьют все на это. Кстати, вчера мама у мамы на работе, там девочка, у нее этот муж в Балтийске служит. Вот. И вот сказала, что в Балтийске набрали людей, вот скоро отправляют.